сегодня такая погода, может быть, давление. Тетушка, в вашем возрасте, мне кажется, на коленочках сложновато. А какой он был? Тетушка, ну, мы девушки, дамы, леди. Я тоже девушка. Мы с вами, да, да. Я тетушка. Еще та девушка. Тетушка, не волнуйтесь. Девушка. Не волнуйтесь. Все, все прекрасно. Вы, главное, не беспокойтесь. Давление все-таки низковатое. Это вот доктор давеча говорил, заходи. Я хорошая автология, почему это у меня 50, знаете, не придет. Вообще-то, дорогая, да. Я знаю, все, что вы пережили, это очень тяжело. Я знаю, все вот эти вот мужчины, вот эти все отношения, вот война, это все, это очень тяжело. Я знаю, тетушка. Ну, вы молодая еще. Что вы знаете? Деточка, вы что-то знаешь? Сколько тебе, скажи? Молю вас, не думайте о возрасте, не думайте о годах. Впереди ждет только светлое, только лучшее. Все сама напомнила мне и говоришь, не помни, как ты мне не помни. Главное верить, главное знать, что там за горизонтом нас ждет только... Ну вот где, покажи, где там горизонт? А вон, смотри-ка, в оконце, чья-то карета подъезжает. Смотри, тетушка, гости к нам пожаловали, тетушка! Нет, тебя не радует ничего. Заговорил про возраст, мой день рождения. Спасибо. Спасибо. О, день рождения. Забыла. День рождения. Забыла. Ну, какая мне. Примяшка. День рождения. Все.